Танечка. Привет. Вот так вот в Эйлате садятся самолеты прямо в центре города на набережной. А мы здесь загораем, купаемся и наслаждаемся жизнью, отмечаем свое 20-летие совместной жизни. Февраль 17, 2014 года. Ровно 20 лет назад в этот день мы поженились. Это была холодная, зимняя, солнечная погодка на Украине. А сегодня, спустя 20 лет, мы на южном берегу Эйлата, на границе с Иорданией и Египтом.